Вопрос об исполнении бюджета в первом полугодии 2022 года был представлен в отчете начальника Главного управления финансов автономно-территориального образования Гагаузии Татьяны Дойчевой. Доходы и расходы бюджета Гагаузии предусмотрены в размере 1 миллиард 110 миллионов 610 тысяч 200 леев. С учетом уточнений, доходная часть бюджета Гагаузии в 2022 году за первое полугодие составила 1 миллиард 139 миллионов 650 тысяч 400 леев. Исполнено за первое полугодие в размере 651 миллион 268 тысяч 800 леев или 59% к утвержденному плану. В общем объеме собственные поступления доходов составили 43,5%, отметила в отчете начальник Главного управления финансов автономно-территориального образования Татьяна Дойчева. Башкан Гагаузии Ирина Влах попросила уточнить некоторые цифры. Так, насколько выросли доходы по сравнению с 2021 годом? В целом доходы выросли у нас. Собственные доходы на 87 миллионов 919 тысяч 400 леев. Это связано с поступлением подоходного налога на прибыль, а также подоходного налога с физических лиц. Это основные налоги, которые поступили сверх нормы. Более того, за первое полугодие подоходный налог с юридических лиц поступил практически в годовом размере. Все выплаты из государственного бюджета выполняются в штатном режиме. Отчет направлен на рассмотрение в Народное собрание Гагаузии. Ирина Караман, Сергей Георгиев, Мария Казаку, ГРТ Новости.